Здравствуйте, Алена. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал его фокусным расстоянием 85 миллиметров и диафрагмы от 1,5 до 22. Вот он, ваш одуванчик, целый, невредимый. Очень аккуратно с ним обращайтесь. Кроме этого, я сейчас его еще подпилю немножечко с задней стороны, чтобы он легче садился на ваш байонет. Наклеивать лучше всего на супер момент гель. Ни в коем случае не наливайте клей с тюбика на байонет, а предварительно капните на какую-нибудь поверхность, с которой возьмите клей зубочисткой или спичечкой и нанесите на место наклейки одуванчика. Это калибр, который в принципе вам не пригодится, потому что нужно будет сориентировать средний контакт одуванчика на красную точку на байонете. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.